Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, новички. Меня зовут Сходов Алексей. Рад вас приветствовать на вечернем вводном технико-экономическом вебинаре. И сегодня у нас присутствует в аудитории фактически 80 человек. Это небольшая, не маленькая цифра для вводного технико-экономического вебинара. Поэтому давайте, пожалуйста, пройдем опросник для понимания, в который раз присутствует тот или иной человек. И мы всегда с Сергеем Анатольевичем будем обращать внимание на то, что вводный технико-экономический вебинар, он в первую очередь ориентирован на новичков. Потому что здесь мы стараемся максимально четко, доходчиво, кратко, емко, понятно и, самое главное, наглядно давать информацию и облегчать действительно работу тем, у кого, возможно, нет времени много тратить часов, минут, десятков минут, то, как пожелает, на донесение информации о Skyway. И, собственно, здесь буквально за 50 минут мы постараемся в сжатые сроки донести всю концепцию развития, ценность технологии и, естественно, почему о ней действительно нужно рассказывать абсолютно разным людям и на каком этапе мы на сегодняшний день находимся. Собственно, на вводном технико-экономическом вебинаре мы не раскрываем глубокие познания Skyway, какие-то сложные технические принципы, да и на расширенных, собственно, не особо в технику и детали технических вопросов углубляемся, потому что все эти ответы на все вопросы есть в замечательной брошюре, которая сейчас выросла до фактически книги, не побоюсь этого слова. И там все ответы на все вопросы технически даны. И, собственно, те, кто желает действительно погрузиться больше в мир Skyway, изучить про технологию, то, пожалуйста, милости просим. Потому что это действительно очень серьезное издание, как раз-таки необходимое для освещения технических характеристик, технических вопросов. Дорогие друзья, технология Skyway, струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого – это то, что ожидает весь мир в ближайшем будущем. Это, казалось бы, амбициозные громкие слова, но казались они таковыми в 2014 году тем, кто присоединялся только к проекту и поверил в идею. На дворе сегодня 2016 год, и мы, дамы и господа, не просто верим, мы видим развитие проекта и понимаем, уже основываясь на школе технической, в первую очередь, школе Анатолия Эдуардовича Юницкого, что да, действительно, основой шестого технологического уклада будет сеть Transnet. Это единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная и даже социальная сеть. И также, как развивался интернет когда-то, достаточно незрачно для кого-то в самом начале, то есть фактически с тысячи людей эта сеть выросла до всего мира, и зародилась она в агентстве стратегических инициатив США, и сегодня об интернет действительно знает каждый. Но если зарождение интернет скрывали, и это, можно сказать, вышло из-под контроля, не планировалось вообще создание сети интернет, то сеть Transnet это планируемая сеть, и, собственно, она закладывается в логику развития именно струнных технологий, потому что за интернет по логике вещей должна последовать что-то иное, что уже будет воплощаться не только в виртуальном обличии, не только в оптоволокне, в многочисленных кабелях, которые пролегают у нас под землей, в Wi-Fi сигнале и так далее, а уже воплощаться в железе и перемещать не только цифровые данные с огромными скоростями, но и обеспечить возможность перемещения человека действительно эффективно, действительно безопасно. И на сегодняшний день, дамы и господа, мы с вами живем в тот момент, когда пятый технологический уклад уже прочно вошел в нашу жизнь. Это смартфоны, это телекоммуникаторы, это различные гаджеты, начиная от навигаторов,
заканчивая сложными устройствами. Сейчас готовят высокоинтеллектуальные вычислительные устройства, то есть IBM Watson, допустим, это фактически такой глобальный интеллектуальный центр. И есть прецеденты, собственно, в этом году одна из корпораций юридических наняла IBM Watson, именно вот часть приложения, разработана для юридических моментов и аспектов, директором юридического департамента. И вычислительная машина достаточно успешно справляется с функциями контроля живых юристов, так скажем, и контроля их работы, вот вплоть до того уже доходит технологический прогресс. И, дамы и господа, на самом деле это все описано Раймондом Курцвеллом, на сегодняшний день техническим директором Google, который говорит нам о стремительном развитии технологического прогресса и о сливании, если, допустим, вот это у нас именно шкала по времени развития технологического прогресса, здесь параболы можем нарисовать сам технологический прогресс, то это будет сливаться действительно в точку в ближайшие 30-40 лет уже. И на самом деле, что касается развития транспортной инфраструктуры, она, к сожалению, застряла действительно в прошлом веке. Это можно говорить и о современных подвижных составах железнодорожных путей сообщения, даже авиапромышленности также не претерпевала серьезные изменения. Я не говорю про космическую промышленность, то, что только сейчас начали в какой-то мере менять топливные элементы, менять используемое топливо по сравнению с 69-м годом, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Кстати, также в конце 60-х годов произошла первая цифровая пакетная передача данных, и это ознаменовало как раз-таки широким шагом, началом широкого шага технологического прогресса пятого уклада, и все ознаменовалось эпохой серьезного зарождения микропроцессорной электроники, первых компьютеров. Я еще помню Atari, я помню ZX Spectrum, потом вы все видели появление наладонников, коммуникаторов, была еще эпоха эра пейджеров, буквально полгода где-то просуществовали, что касается Российской Федерации, по моей памяти. Да и что говорить, дамы и господа, если приводить такие примеры, как замена мобильной связью проводной телефонной сети, если еще чуть больше 6 лет назад, вот я недавно себя поймал на мысли, я действительно боялся производить транзакцию в онлайн-банке, потому что раньше я примерно чуть больше, так скажем, 8 лет назад начал только пользоваться кредитными картами, картой Сбербанка. Для меня это было в диковинку, когда еще кто-то говорил, что можно беспрепятственно, безопасно перемещать денежные операции, совершать внутри интернет. Я не то, что этому не поверил, но я не поверил, что это безопасно. И на сегодняшний день, когда многие процессы происходят фактически мгновенно, этого не скажешь о перемещении пассажиров, грузов, товаров по мировой транспортной сети. И более того, сегодня все так же 60% мировых экономических запасов формирует мирового ВВП 60%, даже более 60%. Те страны, которые находятся вблизи морских узлов транспортных, вблизи морского побережья, различных заливов, морей, океанов. И на самом деле уже стоит считаться и с такими отдаленными от морских путей государствами, как, допустим, Кыргызстан, как, допустим, многие европейские государства, и, соответственно, очень серьезно увеличить ВВП может именно струнная технология, скоростное перемещение грузов, товаров и пассажиров. Но вся концепция зарождения струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого началась вовсе не с наземного транспорта. Была концепция, которая родилась в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого еще в 70-х годах. И после того, как
уже Анатолий Эдуардович также был принят в Федерацию космонавтики СССР. Инженер-изобретатель, гениальный действительно человек, Леонардо да Винчи нашего времени. Анатолий Эдуардович стал продвигать эту идею в массы, а именно во власть. И, собственно, эта идея общепланетарного транспортного средства значительно опережала на тот момент время. Да и что и говорить, и сейчас также ОТС очень серьезно опережает. То есть, что представляет из себя общепланетарное транспортное средство? Общепланетарное транспортное средство, вот вы можете увидеть замечательную картинку, визуализацию. Одна из работ дизайнерского бюро, научно-производственного конструкторского центра, который находится в городе Минск по проспекту Дзержинского. То есть никто не скрывает эту информацию. Естественно, это полузакрытое учреждение, но оно функционирует уже фактически с 2014 года, и с 2015 года уже по адресу проспект Дзержинского. И смысл, если вкратце доносить, очень просто, заключается в том, что эстакада возводится по экватору, то есть это более 42 тысяч километров, и, соответственно, достаточно серьезная конструкция, и для осуществления этого проекта действительно необходимо общепланетарное соглашение. Но такие прецеденты, такие примеры, дамы и господа, мы видели и видели в прошлом году, когда более 140 стран подписали конвенцию об изменении климата, Парижское соглашение, на именно встрече ООН. И на самом деле это замечательный подготовительный этап к объединению и к воплощению общепланетарного транспортного средства, которое, по мнению технологической школы Анатолия Эдуардовича Юницкого и всех нас ныне, кто поддерживает SkyWay, это позволит вывести промышленность в открытый космос, значительно снизить загрязнение окружающей среды и, соответственно, за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя, за счет создания магнитного поля и создания избыточной центробежной силы, которая будет выталкивать всю эту конструкцию, которая протянется по всему экватору, соответственно, заставит ее подняться, как также барон Мюнхгаузен себя за волосы фактически поднял в всем знакомом мультфильме, и не просто себя, еще и с лошадью, и, соответственно, вытащил себя из болота. Еще в этом началась концепция ОТС, и Анатолий Эдуардович Юницкий сумел все доказать именно в виде технологических расчетов. Вы это можете прочитать в монографии на сайте Юницкого. Найдите, пожалуйста, кому интересно, небесные дороги, струнные системы на Земле и в космосе. То есть это очень интересная монография, и тот, кто даже отдаленно знаком с физикой, с апроматом, именно избегая связи с формулами и так далее, прочитайте, ознакомьтесь. А больше всего я рекомендую ознакомиться с произведением Анатолия Боровского «Небесные дороги Юницкого». Это замечательная книжка, которая рассказывает действительно о том, каким был сложным и тернистым путь развития струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого и что действительно пришлось пройти. И, дамы и господа, я неспроста показываю такую вот фантастическую вещь, для кого-то покажется. Да и, собственно, не то, что сегодняшние активисты верят или не верят, но просто это достаточно грандиозное сооружение, и стоимость по оценкам предварительным это примерно более триллиона долларов. То есть, естественно, те люди, которые даже находятся на пятом месте по состоянию Forbes, обладают более 60 миллиардами, и об одном из этих людей мы поговорим сегодня. Это совершенно новая информация, которую я дам на расширенном технико-экономическом вебинаре. Это доказывает, что вот то, что сейчас вы видите, это не просто опережение времени в 70-х годах, я не знаю, как это назвать, это визионерство, это действительно получение
сигнала откуда-то извне мыслей. И Анатолий Эдуардович Юницкий пришел на планету Земля для того, чтобы не только построить струнную технологию, внедрить струнный транспорт, но и в будущем очистить планету от вредных производств. И, соответственно, мы имели место быть такой эпохи во времена правления монополии Рокфеллера, когда при непереработке нефти буквально тоннами выливалась нефть непереработанная в реки, озера. И вы сами понимаете прекрасно, что в то время, если бы не прекратились эти процессы, то на сегодняшний день экологическая ситуация была бы сверхкатастрофичная. И на самом деле, дамы и господа, также и Лондонская академия наук рассчитала, что если бы переход от гужевого транспорта на автомобили не осуществился, еще 2-3 года перемещались бы лошади, то, соответственно, в помете лошадином Лондонск, к сожалению, бы просто погряз с высотой более чем 2 метров. И сегодня, если привести такое сравнение с тем Лондоном, мы с вами увязли в смоге, мы с вами увязли в выделяющемся CO2 в атмосферу, мешающего нам сегодня дышать, проживающим в современных мегаполисах. И как раз таки вот то, что вы видите, ОТС, общепланетарное транспортное средство, это не только вынос всех вредных производств в открытый космос, но и это создание абсолютно новых станций получения энергии, и основным термоядерным реактором, основным источником получения энергии будет, естественно, Солнце. То есть, если у нас конечные ресурсы на планете Земля, то в космосе у нас есть термоядерный источник и действительно очень мощный источник энергии, который еще будет служить долгие тысячелетия, как минимум. Но вопрос, сколько осталось и пройдено или не пройдено точка невозврата на нашей с вами планеты, никто этого не узнает, но на сегодняшний день, дамы и господа, мы с вами все имеем сопричастность к этому великому движению, движению Skyway. И, соответственно, струнный транспорт в первую очередь развивается для того, чтобы реализовать этот проект, для того, чтобы в виде корпорации, выплачивая серьезные дивиденды и так далее, и вбирая в себя все больше и больше количество заинтересованных людей, как мелких, так средних и крупных инвесторов, реализовать цель масштабный проект. И увидите на визуализации, что та эстакада, которая расположена, соответственно, она является плацдармом и отправной точкой ОТС, то есть общепланетарного транспортного средства. Вот эта эстакада, это как раз было создано в ходе оптимизации ОТС, в удешевлении конструкции, в создании минимально затратного по строительству и в удешевлении конструкции, в создании вместо сплошной конструкции в виде 2 рельсов. И, соответственно, это все родило концепцию уже струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого. И на самом деле, дамы и господа, это было объяснено еще в 1988 году. Анатолий Эдуардович на конференции по неракетной индустриализации космоса всем объявил, что он знает, каким образом вывести промышленность в открытый космос. Но, естественно, мир тогда не был готов. Это абсолютно логично, потому что еще тогда не начался пятый технологический уклад, еще тогда не был создан интернет и, собственно, не прошли многочисленные переговоры перед нулевыми, не были получены еще гранты ООН по развитию и применению струнных технологий в населенных пунктах по улучшению жизнедеятельности населенных пунктов. То есть 2 гранта ООН были подразделением Habitat выданы. И, соответственно, эти гранты можно было освоить, но
струнная технология встречала сопротивление за сопротивлением до момента достижения именно схемы народного финансирования, кое мы на сегодняшний день с вами и развиваемся. Очень смелая и серьезная попытка была в 2000-х годах, когда Сергей Анатольевич Сибиряков, еще не понимая, что в 2013 году будет работать в инвестпроводящей системе, что придется давать те вебинары, которые мы сегодня даем именно как опорная точка информационного поля, потому что эти вебинары в записи смотрят те люди, которые не могли по каким-либо причинам посетить эти вебинары, и уговорил Лебедя Александра Ивановича, находясь на тот момент в самолете с ним, убедив его, что струнным технологиям действительно в России быть. Это стало знаменитой фразой Лебедя Александра Ивановича. И на самом деле Сергей Анатольевич показал модель, каким образом за 3-4 года, менее 5 лет фактически, увеличить ВВП Российской Федерации многократно, диверсифицировать экономику, создать действительно модернизационную экономику, создать диверсификацию экономики от ныне существующей сырьевой экономики. Вы все прекрасно знаете, что Российская Федерация на сегодняшний день вплотную зависима от нефти, доллара, от цены за баррель, цены за газ, цены за лес, все, что мы экспортируем. И в 2009 году, уже после того, как еще в 2001 году началось строительство полигона в Московской области, город Озеры, и, кстати, это был выделен, достаточно серьезная сумма была выделена из губернаторского фонда Лебедя Александра Ивановича, данный экспериментально-тестовый участок простоял до 2009 года. И, дамы и господа, в 2009 году уже предпринята была попытка губернатором Ульяновской области провести презентацию для правительства. Попытка была проведена успешно, о проекте услышали, и, собственно, это произошло на заседании по инновациям в транспорте, и предлагалось вывести струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Яницкого как программу спецразвития. И как раз-таки в этом же году по неизвестным причинам, уже после того, даже как было поручено найти в районе 1 миллиарда долларов на развитие струнного транспорта в Российской Федерации, неизвестными лицами по неустановленным причинам полигон в Озерах был уничтожен. Знаете, как это бывает в фильмах, то есть как это бывает написано в книгах. На самом деле наш проект действительно переживает подобные и случайные, и не случайные события, но случайности, как говорится, не бывает, дамы и господа, потому что уже после презентации тем людям, которые на сегодняшний день связаны со строительством по технологии HBAN в Московской области, Красногорск, таким людям, как посол Малайзии, таким крупным инвесторам, потенциальным и серьезным партнерам, с которыми сейчас ведутся даже суды, то есть это недобросовестные партнеры, и Сергей Анатольевич потом об этом расскажет. И, собственно, благодаря тому, что именно то, что нас не убивает, делает нас сильнее, и идею действительно невозможно остановить, время, которое пришло, началось именно народное финансирование. Анатолий Эдуардович Юницкий предпринял достаточно серьезный такой рискованный шаг, но очень судьбоносный и очень важный для развития проекта SkyWay. Потому что если в 2001 году был заложен нулевой километр в городе Озера Московской области, это был именно первый демонстрационный тестовый участок, где была испытана путевая структура, то есть фактически второе поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. В октябре 2014 года, извиняюсь, мы, соответственно, уже заложили первый камень, то есть первый куб был заложен бетона, первого столбика интеллектуального ограждения ныне уже. И, соответственно, действительно процесс начал развиваться не просто быстро, а сверхстремительно. На сегодняшний день более 300 тысяч 50 людей инвестируют
точнее 350 тысяч людей заинтересованы в развитии проекта, и каким-то образом кто наблюдает, кто активно инвестирует, из них примерно 70 тысяч инвестируют. Мы никогда не стараемся искажать информацию. И да, я мог бы сказать, что все 350 тысяч инвестируют, но это была бы неправда, дамы и господа. Поэтому пока что примерно 70 тысяч инвестируют, и мы говорим об этом зато с открытым сердцем и действительно понимая, что эта цифра реальна. Все эти люди помогают развитию четырех направлений. То есть это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт и недавно появившееся направление, но опорное вводное направление – это легкий прогулочный транспорт. Демонстрация городского пассажирского транспорта, демонстрация легкого прогулочного транспорта будет иметь место быть уже осенью 2016 года. И, собственно, в 2016 году произошли очень серьезные события для SkyWay. То есть 11 февраля экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации признал технологию SkyWay инновационной. 25 марта одна из рабочих групп на очередном заседании, опять же, при Министерстве транспорта Российской Федерации, признала технологию уже перспективной и рекомендованной к внедрению. Ранее, в 2015 году компания MBM, соответственно, признала технологию. Это одна из крупнейших независимых консалтинговых аудиторских компаний, которые связаны именно с серьезными инфраструктурными проектами. Располагается штаб-квартира этой компании в Австралии. И, собственно, технология была признана одной из самых эффективных в мире и рекомендованных к применению, к внедрению в Австралии. Все эти события, естественно, дамы и господа, каждая новость, каждый вздох, каждая установленная опора капитализирует наш проект уже здесь и сейчас, потому что мы все с вами рассказываем все большее количество людей о том, что такой проект существует, и сейчас есть возможность войти в данный проект и, соответственно, инвестировать в развитие не только технологии, но и в свое будущее, я не побоюсь этого слова. И вот этот малыш, замечательный, юркий, спортивный, очень мускулистый, легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт, вы не представляете, насколько массовое применение будет юнибайков и будет несколько еще другая концепция. И так же, как сегодня все пользуются смартфонами, все пользуются мобильными телефонами, на самом деле вот эта составляющая сети Transnet и именно в массовом использовании юнибайков это будет триллионный рынок, только использование юнибайков. Потому что на сегодняшний день уже смартфоны не то что отживают свое, но опять же как за сетью интернет должно что-то появиться, что-то иное, что-то более прогрессивное. И если за интернет следует Transnet, то есть это единая транспортная энергетическая коммуникационная информационная сеть, то и транспортный модуль также должен совмещать в себе эти качества. И как раз таки Unibike и Unibus'ы, в Unibus'ах обязательно будет интернет, то есть Wi-Fi будет, потому что в путевую структуру вшито оптоволокно, силовые кабели, более 10 различных мобильных, частотных радиосигналов, все возможные, все необходимые. И струнный транспорт позволит людям всей планеты Земля перемещаться действительно дешево, эффективно, безопасно. И в первую очередь это будет скоростное перемещение. Чего не скажешь об авиации, да, самолеты летают на сегодняшний день и 1000 км/ч достигают. Но сколько мы проводим в пересадках, сколько нам нужно ждать своего рейса. Я не говорю о том, что если говорить про автотранспорт, автоиндустрию, сколько людей, более 1,5 миллионов ежегодно становятся коллегами под автомобильным транспортом. И никто не отменял человеческий фактор на самом деле при управлении данными транспортными средствами. Даже та концепция, которую вынашивают сегодня, не то что футурологи, а фактически внедряют и развивают, тратя миллиардные бюджеты –
на развитие этой технологии, технологии искусственного интеллекта управления автомобилями, но все это будет, дамы и господа, именно на первом уровне. Человеческого фактора, опять же, не избежать. Невозможно будет раз и сделать перемещение именно автономное с автопилотом всех автомобилей всей сети, потому что должна быть создана инфраструктура и новая сеть. На сети дорог это фактически создать невозможно. И на самом деле, как мы сегодня с вами, дамы и господа, закладываем фундамент действительно мощной корпорации, группы компаний Skyway, частью которой мы являемся, являясь совладельцами, дольщиками и владельцами обязательств ныне группы компаний Skyway, которые в будущем обязательно станут реальными акциями, приносящими реальный доход. Но если кто-то считает, что это какие-то 10-20 лет, то на самом деле все произойдет значительно быстрее, потому что уже в 2017 году мы намерены начать развивать конкретные адресные проекты. По Австралии ролик, который вы обязательно увидите в конце вводного технико-экономического вебинара, собственно, проект уже начнет развиваться в конце 2016 года. И если говорить про долговечность, дамы и господа, это можно сравнивать с конструкцией вантовых висячих мостов. То есть недавно была испытана путевая структура, то есть на сжатие, на разрыв, на изгиб, на все возможные физические свойства, характеристики, все необходимые для нормальной оценки и в дальнейшем, естественно, госэкспертизы и так далее к применению, то есть не все элементы нужно сертифицировать, потому что уже составные части, материалы и так сертифицированы. Но все испытания производятся, вы можете найти на канале YouTube. И действительно, дамы и господа, это говорит о том, что сегодня, да, я мог говорить еще часами о преимуществах технологии Skyway, но если бы не шло строительство, если бы действительно серьезные события и рывок серьезный в строительстве не произошел бы еще с начала августа, когда, как я и говорил, была заложена капсула времени, когда первый куб бетона, собственно, был лопатой, так вот именно символично положен, и это именно основание, будущее основание на тот момент было первого столбика струнного интеллектуального ограждения. Дамы и господа, все мы надеялись, но не были уверены до конца, что так быстро будет развиваться проект. То есть посмотрите, это август, соответственно, 2014 года, и если говорить про то, 2015 года, извиняюсь, если говорить про то, насколько быстро развивалось строительство, просто посмотрите сами и оцените этот эффект. Мы специально делаем данную подборку. Вот, например, октябрь уже, что мы видим, это фактически заложенный фундамент первой анкерной опоры, начал возводиться первый этаж. И если мы переместимся, дамы и господа, уже в март, когда выпали снега и во всю суровых условиях велось строительство, уже возводится второй этаж анкерной опоры. И, соответственно, до января были возведены уже 19 промежуточных опор. 19-е является, соответственно, уже металлической. Это также как одно из применений в суровых условиях, когда нужно принимать серьезную нагрузку на себя промежуточной опоре. И сбросьте, пожалуйста, дамы и господа активисты, ролик в мастерской, если не ошибаюсь, он назывался, и там было показано именно испытание 1 к 10 подвижного состава модели 1 к 10. Сегодня этим активистов Skyway абсолютно не удивишь, то есть эта модель всегда при посещении массовом экотехнопарке. У нас 20-23 апреля был экофестиваль, и, собственно, там многие воочию познакомились с моделью 1 к 10, сфотографировались с ней,
сфотографировались со строящейся опорой, и мы всегда говорим, что если вы находитесь на экотехнопарке, то зафиксируйте, запечатлите этот момент стройки, потому что уже через буквально несколько недель будет другой процесс стройки, и, соответственно, все развивается, дамы и господа, действительно стремительно. И если еще недавно был продемонстрирован подвижной состав в масштабе 1 к 10, то на сегодняшний день он уже разрабатывается и конструируется 1 к 1. И более того, есть специальный цех, специальный модельный участок, где как раз-таки с помощью спецоборудования производится модель 1 к 1 для того, чтобы уже в сентябре, то есть 23-25 сентября, будет выставка Иннотранс, куда в качестве спецгостей, почему спец, на самом деле мы не просились на эту выставку и просто получили приглашение, Виктор Бабурин, директор по развитию ЗАО «Струнные технологии», как-то осчастливил нас всех новостью, что нас пригласили на выставку «Иннотранс». А там без малого будут выставляться «Siemens», «Kawasaki», то есть это гиганты современной индустрии. И, собственно, там, дамы и господа, уже будут наши, кто-то называет конкурентами, кто-то не называет конкурентами, «Hyperloop». Но все же мы встретимся с лицом к лицу уже буквально, посмотрим друг другу в глаза. Я думаю, что пообщаемся так конструктивно, но самое главное, я больше чем уверен, произойдут очень серьезные переговоры лично Анатолия Эдуардовича Юницкого с представителями, потому что там в Берлине будут все представители транспортной и инфраструктурной промышленности со всего мира, и произойдут достаточно серьезные, судьбоносные переговоры, которые мы с вами, дамы и господа, очень сильно ожидаем. И если вдруг там чего-то не произойдет, то уже в октябре примерно, так я вот оцениваю сроки, это мои личные прикидки, будет происходить уже демонстрация подвижного транспортного средства, городского назначения и легкий прогулочный, то есть юнибайк. Более того, уже параллельно вы видите то, что расположено слева, это, соответственно, вот более темные сооружения, это фундаментное основание юнибайков, и уже начали устанавливаться промежуточные опоры, вдали виднеются промежуточные опоры будущего городского и высокоскоростного транспорта. Это, дамы и господа, те результаты, которые были достигнуты буквально чуть больше за полгода строительства. И это действительно очень серьезные скорости, и она была бы невозможна, если бы не концепция народного финансирования. И на самом деле такую скорость сможет достигать, как сегодня достигает очень больших скоростей наше строительство, финансирование в проект. Я без ложного какой-то тайны не буду скрывать то, что финансирование действительно увеличивается фактически в геометрической прогрессии, и уже присоединяются инвесторы также и именно в инвестиции от одного лица более 300 тысяч долларов. И, дамы и господа, действительно время серьезных, средних и крупных инвестиций, помимо мелких инвестиций, действительно пришло. И сегодня более 50, может быть, даже 60 тысяч людей инвестируют ежемесячно. Но многих интересуют основные технические моменты, что такое струнный транспорт, почему он называется скоростным, почему он будет тратить мало топлива и, соответственно, расходовать минимум материалов при строительстве, соответственно, минимальные затраты при строительстве, при эксплуатации. При выносе вообще вот любого транспорта на высоту 10-15 метров над землей, перемещение его на стальном колесе по стальному рельсу, аэродинамические показатели увеличиваются уже в 2,5 раза. Если говорить про недавние эксперименты, то была продувка в опытно-экспериментальном отделе одной из лабораторий Санкт-Петербурга, и результаты точно не были получены, потому что
уже оборудование не справлялось. Ранее были результаты 0,065, это коэффициент аэродинамического сопротивления, но так как идеальная форма капли может достигать 0,04, я могу сказать, дамы и господа, 0,065-70 точно было достигнуто, и я думаю, что еще больше оптимизируется аэродинамический показатель. Из аэродинамических серьезных и эффективных показателей складывается экономия топлива, энергии при перемещении. И, собственно, также наряду с этим мы имеем серьезные показатели экономии материалов, топлива, удешевления конструкции. То есть фактически в 2-3 раза дешевле струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого и 1 километр строительства, чем, например, производство железнодорожных путей. И на самом деле конструкция струны на первый взгляд, дамы и господа, очень простая, но одновременно является кладезью множества ноу-хау. И, соответственно, струна, вот эти проволоки, которые расположены, растянуты, напряжены, закреплены. Далее, соответственно, они упорядочиваются специальными элементами крепления. Далее прокачивается, если раньше мы говорили, что эпоксидная смола, различные растворы бетона, либо каких-либо материалов высокопрочных. Сейчас мы говорим, что это бетон спецмарки, который был разработан также в научно-производственном конструкторском предприятии под руководством лично Анатолия Эдуардовича Юницкого. Этот бетон был получен, показатели удешевляют конструкцию в разы, так скажем, и показатели прочности, показатели текучести и все необходимые показатели фактически более чем 2 раза эффективные по сравнению с традиционным бетоном. И далее ставится головка рельса на всю эту амоноличную поверхность и уже перемещается по головке рельса абсолютно инновационное также колесо, стальное колесо, коэффициент полезного действия колеса 99%. Это абсолютно самый эффективный в мире коэффициент полезного действия при перемещении колеса по поверхности. И, соответственно, дамы и господа, действительно, те результаты, которые были получены, они прогнозировались еще при начале развития проекта, и когда мы еще говорили, что да, действительно, уже множество людей поддерживают развитие проекта Skyway, но это действительно замечательная возможность, дамы и господа, сегодня, здесь, сейчас задуматься над тем, нужно ли вам участие в данном проекте, и более того, нужно ли вам инвестирование в цель выгодный и действительно стремительно развивающийся проект, становиться совладельцем мировой транспортной корпорации, и не только транспорта, и обеспечить будущее действительно здесь и сейчас, уже в настоящем, на ближайшие года, не только себе, но и будущих поколений, будущим поколениям. И, соответственно, этой возможности не было ни у ваших родителей, не будет уже у ваших детей. Хотя у ваших детей будет замечательная возможность уже инвестиций в общепланетарное транспортное средство. Это уже будет создано после того, как минимум десятки миллионов километров дорог будут построены. Ну, а, собственно, сеть Transnet будет развиваться значительно быстрее, чем развивалась ранее сеть интернет. И также оценивали эксперты, вы можете найти ранние вебинары. Я думаю, что мы сделаем также подборку, найдем эти вебинары и послушайте Хазина Михаила Леонидовича, что он говорил о Skyway, Делягина Михаила Геннадьевича. В недавнее время Жириновский Владимир Львович также упоминал о Skyway. И сегодня действительно каждый человек, который заинтересуется проектом, но это не бесконечный процесс, здесь выделен отдельный изначальный резервный фонд, поэтому по 100 пакетов минимальных обязательств и в подарок это будет именно выдано тому человеку в личном кабинете, который просто проявит интерес к проекту. Это действительно замечательная и необходимая возможность. Сейчас вот прямо
после вебинара, те, кто новички, послушайте еще расширенный технико-экономический вебинар, если вас, конечно, это заинтересовало, но не поленитесь и расскажите о существовании проекта Skyway действительно и другим людям, которые о нем еще не знают, потому что эти люди будут вас потом благодарить и говорить слова действительно благодарности, то, что вы им дали оповещение, что такой проект существует, и, собственно, далее, собственно, они также будут развивать этот проект, потому что не развивать его нет причин и нет возможности. Все желают сейчас развивать проект, кто активно присоединяется. Есть, конечно, наблюдатели со стороны, но их становится все меньше и меньше, потому что проект стремительно набирает обороты, и новости появляются фактически каждый день со стройки, с договоренностей, с министерствами, с мэрами, с целыми континентами. И, собственно, один из континентов, вы сейчас увидите, дамы и господа новички, на видео, это Австралия, там будет первый пилотный проект запущен уже после демонстрации на экотехнопарке осенью 2016 года в Мариной Горке Минской области. Благодарю за внимание. Всех ждем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Тех, кого не заинтересовала эта информация, до скорых встреч буквально через несколько лет на просторах Skyway в одном из юнибусов.